Так, друзья и коллеги, хочу, чтобы не отложить, не завязнуть в демоне прокрустинации, давайте завершим вот эту формальную часть. Вот здесь, по-моему, Хибла, надо кое-что вписать. Да. Вот. У тех, у кого все вписано, просто можно расписаться, друзья. Это как мы соединяем наш зов с реалиями российской бюрократии, которая, между прочим, в России не такая страшная бюрократия. Вот во Франции еще хуже. А что говорит Ричард в США, это вообще кошмар. Так что давайте. Здесь на самом деле очень просто. Так, вот Лариса у меня следующий. На самом деле почти у всех уже все сделано, поэтому можно просто подписать, оставить себе. Так, где у меня? Так. Оксаночка, это же вы, да, ведь у меня по фамилии, правильно, да? Так, хорошо. Теперь у нас вот этот еще договор остался. Так, это пока еще на тот вариант, который был при оплате. Так, все, здесь тоже у Романа все подписано. Да, это у него с прошлого тренинга. Теперь здесь в основном Ирине и только в двух экземплярах договора и акта. Там Андрею тоже надо подписать. Ну, вы разберетесь. Посмотрите. Так, вот как раз у меня Надежда. Можно я вот так передам? Да, здесь просто расписаться. Так, теперь Оксана у меня. Так, пожалуйста. Так, теперь у меня Дмитрий и Светлана. Здесь тоже в основном Дмитрий и еще все-таки Светлана тоже. Угу. Это Ренат. Пожалуйста. И, друзья, коллеги, потом один вам, один нам. Так, вот это. Если, например, плательщик были не вы, за вас кто-то платил, то там просто фамилию напишите и все. Вместо подписи, чтобы подпись не стараться. Плательщика. Если, например, за вас платил его фамилию, а где подпись, там уже вашу подпись. Так, и, по-моему, Лана. Так, Ланы остался только адрес вписать. Оля, можно вот туда положить, на ее стульчик? Полностью заполнила, сохранила, отправила, но почему-то не пришел. Почему-то пришел пустой. Да, я знаю. Хибла, если легче, если где-то, может быть, дома лежит? Нет, все. Нормально? Про у меня висел этот незакрытый гештальт, что я так, что про видеозапись, Артем? Насколько я понимаю, нельзя же пункт изъять из договора? Ну да, потому что если человек приехал, подразумевается, что он может попасть. И даже на Гиллигане, на Дилте. Но про видеозапись, друзья. Вот смотрите, у меня есть такой листочек. Если вы хотите, чтобы мы вам прислали видео, это стоит 2000 рублей. Вот на этот же листочек запишитесь, пожалуйста. Фамилию свою запишите. Если у вас сейчас нет возможности, например, вы можете и позже. Можно из дома, например. Мы все равно это обрабатываем, где-то через неделю это будет на диске выложено. Эта запись дается на ссылках. Ссылка дается на Яндекс.Диски и навсегда там будет. Можете смотреть, можете скачать, как хотите. Вот. Здесь надо просто подписать «Путешествие героя». Да. Да, мне только спасибо, Сергей. Мне только один. Спасибо. Спасибо. Так, вот эти вот. Вот это вот вам остается. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, отвечаю.
Это ваше. Этот цветочек нарисован вручную художницей. Это символ нашего института. Это ваше, Павел. Так я взял. А, да? А почему? А. Вот, пока листочек здесь еще. Спасибо большое. Очень приятно. Эти договора радуют меня. Спасибо. Да. Его просто фамилию написать и все. И расписываться не надо, просто фамилию. Так. Цифры появляются после того, как деньги передаются. Да, да. Здесь просто пока, если не платили, то ничего. Так, вот это путешествие героя у меня уже началось, да? Путешествие героя. Путешествие. Придется. Алана, там, по-моему, надо адрес вписать. Где-то строчка про адрес пустая. Да, да, это как вы хотите, нам это без разницы. Так, давайте. Спасибо. Вот это еще ничего. А вот вы представляете, когда у нас... Нет, только два. Когда у нас на Гиллигана и Дилса по 200 человек группы. Представляете, какие там пачки документов вот такие. Надя видела, да? Мы вот так сидим обложены этими документами все. Да, да, да. Все, благодарю. Так, вот это, по-моему, один ваш, один наш. Все. Так, по-моему, один Хибла ваш остался, да? Нет. А, в смысле договор? Один акт, по-моему. Так. Да? А, хорошо. Так, да, один договор тогда. Угу. Угу. Так, все, друзья, все сдали нашу формальную часть путешествия героя. Ну да, мы стараемся все делать по закону и принимаем на счет ИП, как вы знаете. Поэтому это, как говорят некоторые, нам это не нужно, а нам это тем более не нужно. Но если будет проверка, у нас, по крайней мере, все в порядке. Так, это кто-то еще нас сдал. Угу, спасибо, Лана. Так, хорошо, друзья, у нас с вами есть примерно 25 минут. Я хочу пригласить вас сделать очень короткое упражнение. Это сейчас... Упражнение предназначено именно для того, чтобы нам сбалансировать свое призвание, свой зов. Если вот даже пока у вас только начинается, например, связь, вот может быть вы приехали сюда и вы пока не знали, в чем зов, но если хотя бы начинается, то сбалансировать вот с этой связью, которая начинает выстраиваться. Вот. И сбалансировать я хочу это с помощью трех архетипных энергий. То есть, опять же, архетипные не в каком-то мистическом смысле, а в том, что это универсальные паттерны. Вот у нас, у людей в разных культурах это проявляется. И я хочу сбалансировать это с помощью трех вот этих архетипных энергий или трех состояний архетипных. Игривость, нежность или доброта и неустрашимость, целеустремленность. Вот. Это очень простое упражнение, но оно может открыть очень много глубоких осознаний. Вот то, что сегодня Ричард делал с утра, когда показывал демонстрацию с Ларисой, и помните вот эту музыкальность и проговаривание? Вот кто смотрел внимательно демонстрацию, заметили, когда именно Лариса стала музыкально проговаривать, как сразу изменилось
вот это у нее состояние, связь с телом. Вот это проговаривание вслух, это не необходимая часть очеловечивания. То есть, когда мы проговорили, мы вложили это в слова, тогда это не просто мысли в голове или эмоции в теле, это идет связь с миром, связь с людьми. Потому что мы все люди, у нас отличие, наш язык — это замечательное отличие нас от других животных. Поэтому мы очеловечиваем тем, что мы проговариваем, первое. Второе, мы очеловечиваем, мы говорим кому-то. Даже когда я наедине делаю технику, когда я говорю вслух, я слышу уже прежде всего сама. Поэтому я в своих практиках, я всегда использую проговаривание вслух. Ну, конечно, ты когда делаешь технику, ты все равно наедине делаешь, закрываешься, может быть, в комнате, например, или в отдельном пространстве. Вот. Поэтому сейчас, что я предложу вам как короткое упражнение, это проговаривание своего зова в мир и делать это из трех разных состояний. Один с игривостью, с чувством юмора. Другой раз мы скажем это целеустремленно, неустрашимо, сказал и сделал. И третий раз это с заботой, с поддержкой. И чтобы это не говорить просто вслух в пространство, мы возьмем нашего партнера, скажем это ему, и он каждый раз он впитывает, получает, и это мы сделаем еще и с движением. То есть первый раз, естественно, какое тело выдаст движение, человек это повторяет, второй раз и третий, и потом в конце наш партнер скажет: «И я в самом деле посылаю тебе свою поддержку в этом зове». Но надо так сказать, чтобы человека это затронуло. Вот я Свету попрошу Харченко показать со мной. Спасибо, Свет. Так, можно поднять? Вот. Такое. Спасибо, Света, что посмотрела. Согласилась показать. Ну и давай, как мы уже умеем, сначала свяжемся с собой, с телом, сонастроимся каждый. Я здесь. Наше общее пространство появляется. И у нас уже есть, конечно, связь, резонанс. Я чувствую, как вот это открылось. Мы открыли наше пространство. Опять же, просто я чувствую, здесь я живой, ты живой, и между нами живая связь. Я чувствую. И, Света, давай покажем вот это короткое упражнение, но сделаем по-настоящему. Угу. Сначала прошу тебя, просто соединившись с самой собой, просто, естественно, как вот первый придет, сказать: «Я больше всего хочу принести в этот мир», и тогда свой зов, или «хочу создать», или «мое призвание в том, чтобы нести». Больше всего. Я хочу. Помогать людям становиться счастливыми. И помощник чувствует, ощущает, чувствует резонанс. И мне сразу хочется поддержать. И это здорово. Я сразу чувствую связь. Помогать людям становиться счастливыми. И сразу, естественно, идет движение с этим намерением, с этим зовом. И сейчас, Света, давай призовем вот это состояние или архетип игривости, архетипное состояние игривости. Уже во мне. И давай скажем это, но теперь из состояния игривости. Может быть, это с какой-то веселой песней, с шутливой, или может быть, это с особым движением, или с искоркой в глазах. Я больше всего
Какой прекрасный день, какой чудесный я, и песенка моя. И давай, используя вот эту прекрасную песню, пропоем этот зов. Я больше всего хочу. Я больше всего хочу, чтобы вы все стали счастливыми. Окей, и давай подышим вот с этим состоянием игривости, запоминая и даже позволяя этому звучать. Я больше всего хочу, чтобы вы стали все счастливыми. Счастливыми. И может быть вот эта маленькая светочка, которая, может быть, когда она... Два хвостика, да, такие у нее тут. Здорово. И сейчас давай еще дышим, впитываем вот эту игривость, выращивая, соединяя ее. Я больше всего хочу, чтобы вы стали счастливыми. Я больше всего хочу, чтобы вы стали счастливыми. Как можно больше. И давай счастья сейчас... и радости. Угу. Радости. И давай сейчас сформулируем, чтобы это от тебя зависит. То есть я хочу приносить в мир или я хочу создавать. Мы ориентируем зов, чтобы он был зависел от меня. Я очень хочу нести в мир счастье. Нести в мир счастье. И сейчас давай сделаем второй. Угу. Второе повторение, второй раунд. И в этот раз что тебе хочется больше сначала? Или неустрашимость, или устремленность, или нежность? Ну, сейчас для девочки, конечно, неустрашимость, потому что я такой немножко как оголенной себя чувствую. Да. И давай дышим, соединяемся с этой целеустремленностью, неустрашимостью внутри себя, позволяя всем архетипам из прошлого, от предков присоединиться. И чувствую, как изнутри наружу прорастает эта уверенность. Да, я в самом деле хочу приносить это в мир. И я готова действовать. И я уже делаю. Соединяясь к теле. Миссия. Это моя миссия — нести счастье и мир людям. И давай повторим. Моя миссия. Моя миссия — нести счастье людям. Очень хорошо. Моя изначальная миссия. И чуть-чуть я бы хотела как коуч добавить больше заземленности. Заземленности. Здесь вот я прежде всего я физиологию отслеживаю, потому что содержание — это ее. Но когда я несу в мир с неустрашимостью, я должен чувствовать себя очень заземленно, телесно, очень уверенно. Даже можно чуть провалить бедра. И я больше всего хочу принести в мир. У меня идет миссия прям. Угу. Не принести, а изначальная моя миссия — нести счастье людям. Моя миссия — нести счастье людям. И я это делаю. Делала, делаю и буду делать всегда. Это мое внутреннее состояние. Мы видим соматическую модель. Два света дышим этим прекрасным состоянием миссии. И можно соединиться с ним еще сильнее через дыхание, крепче, надежнее. Да. И я это тоже чувствую, чувствую резонанс, конгруентность в том, что ты говоришь. И сейчас давай интегрируем. И сохраняя связь с телом, давай привнесем архетипное состояние нежности.
доброты. Вот это все наше состояние поддержки. Воспринимаю, ощущаю. Чтобы по мере того, как ты несешь в мир эту важную миссию, ты можешь одновременно поддерживать и других, и саму себя, как добрый родитель. Принося в мир свою нежность. Цель моей жизни. Цель моей жизни. Нести счастье и радость людям. Нести счастье и радость людям. И помогать людям становиться счастливыми. Помогать людям становиться счастливыми. И чувствуя, как пространство наполняется этим вокруг. Давай дышим всеми этими тремя. И игривость, и неустрашимость, и нежность. И можно закрыть глаза, чтобы интегрировать света все эти три разных состояния внутри вот этого словесного выражения. Моя миссия в том, чтобы приносить счастье людям. Позволяя разным ситуациям, разным состояниям сплетаться, чтобы, когда нужно, появляется одно состояние, когда нужно другое, третье. По мере того, как Светлана привносит это в мир. Моя миссия. Моя миссия. Приносить счастье и радость людям. Приносить счастье и радость людям. И поскольку Светлана делает это в зал, давайте повторим движение, скажем, мы посылаем тебе много нашей поддержки. Мы посылаем тебе много нашей поддержки. А я вам. И давай, Света, повторим еще раз. Моя миссия, и мы тогда... Я просто хочу сказать, люди, будьте счастливы. Моя миссия — нести счастье людям. Будьте счастливы. Света, и мы посылаем тебе много-много нашей поддержки. Благодарю. А можно пропеть? Благодарю. А можно пропеть твою миссию? Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Я желаю счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Спасибо. Спасибо, Света. Ой, спасибо. Спасибо, Оксана. Очень здорово. Ну, друзья, коллеги, теперь ваша очередь. Закончить песней, это, конечно, не обязательно, но было бы очень здорово. А кто еще споет песню нашей жизни, если не мы сами? Давайте, у вас будет 15 минут. Спасибо. На обе стороны. На обе и на одну.
Вы хотите на одну? Ну, давайте пусть будет 20 на обе и посмотрим. Если что, дадим чуть больше. Спасибо, Светочка. Спасибо. Ой, прикольно. Здорово. Так, 20 на 40.